Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот таких сережек. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов, пастель, моделирующий инструмент, скальпель, лезвие, игла, щетка, оттиск листа и немного воды. Раскатываем зеленую полимерную глину в пласт 1,5 мм толщиной и разрезаем его пополам. Оттиск сбрызгиваем водой, кладем на него глину и аккуратно прижимаем. Щеточкой наносим текстуру. Раскатываем шоколадную полимерную глину в пласт 1 мм толщиной, разрезаем его на две части и кладем их друг на друга. Скальпелем задаем необходимую форму. Текстурируем фигурные элементы щеткой. При помощи лезвия задаем необходимую форму сережки и делаем вторую заготовку по той же схеме. Крошим шоколадную пастель и тонируем ею нижнюю часть сережек. Укладываем фигурные элементы, лишнее обрезаем. Моделирующим инструментом закругляем края. Скручиваем зеленую и шоколадную полимерную глину в жгут. Из полученной колбаски катаем тонкую нить с заостренным кончиком. Начинаем укладывать узор, фантазируем.
декорируем узор листочками из зеленой полимерной глины, которую также украшаем белыми листиками. Все листики прижимаем к заготовке иголочкой. Ну и сделаем отдельные лепесточки из белой полимерной глины. Иглой наносим точки и отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.